Всем привет! Вы на канале Gadget Money. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересных вещах. Давайте начинать. Поехали! За полчасика я дошел до поезда, до вокзала. Вот он поезд. Вот он я. Поехал для вас снимать, как мне кажется, интересный контент. Совсем скоро Новый год, и я обнаружил, что сейчас очень такая достаточно хайповая тема по поводу, особенно в Инстаграме, по поводу одной тематики. Это пленка полиуретановая, она известна уже давно, многие из вас видели обзоры, популярные бренды есть, но есть еще дешевле и еще качественнее, потому что делают антигравийку, которая стоит там порядка нормальных денег, там до 20-25 долларов с учетом установки. Сейчас специально для вас поеду в Санкт-Петербург и посмотрю, как это все делается. Пленка американская, то есть придумана не нами, не в России, но устанавливают умельцы в России всякие интересные интернет-точки, интернет-магазины. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть и что из этого получится. В общем и целом, друзья, я в микрорайоне Купчино, большой достаточно район, практически окраина города. Здесь есть сеть больших торговых центров, Балканский, Балканский 1 и пошло-поехало. Балканская 17, ребята, которые сейчас мне будут показывать очень интересные вещи. Давайте глядеть. А вот та вот у нас Бершка, а напротив, скорее всего, будут ребята. Давайте смотреть. В общем и целом, друзья, я приехал в торговый центр «Балканский», нахожусь уже на непосредственно точке. Сейчас будет производиться наклейка защитной 360 пленки, качество стандарт. Посмотрим, что из этого выйдет. Вы будете видеть под съемку, может быть, под такую красивую мелодичную музыку. И на самом деле я вам скажу, вообще стоит эта игра свеч или не стоит. Это что-то типа полиуретана, только из более дешевого сырья. Полиуретан сам по себе дорогой и производится он
большинстве своем в Америке, как ни крути. Самые лучшие полиуретаны, и, допустим, свой топ-код, лаковый слой, также производится в Америке. Поэтому стоимость пленки высокая. Если взять... В общем и целом, друзья, я провел в этой компании, можно сказать, целый рабочий день. И могу сказать следующее. Я не знаю, как относятся другие люди по отношению к клиенту, но я так понял из общения с руководителем данной организации, главное у них – это лояльность клиента, потому что они предоставляют пожизненную гарантию. То есть, представляете, пожизненную гарантию на те товары и услуги, которые они продают. Что хотелось бы подытожить? Подытожить бы хотелось, стоит это доступно, от 500 рублей, так же, как и стекла. Но, безусловно, это мне вот, например, я устал уже ходить со стеклами, потому что я хотел бы пользоваться телефоном без чехлов и без стекла. Как-то так. И антигравийные полиуретановые пленки – это, наверное, один из лучших вариантов и лучших примеров, как это сделать наиболее выгодным, наиболее красивым, наиболее удобным и доступным способом. Поэтому большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставь лайк или дизлайк, пиши свое мнение в комментариях, мне очень важно. Если досмотрел до этого момента, пиши Дональд Дак. Ну и совсем скоро увидимся. У меня есть что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока.